Предметик! Говорящий цветок? Ох, что-то не так! Вы никогда так не медлили! Хей, о чем ты говоришь? Играешь скромника? Это что-то новое? Все нормально! А теперь стой на месте! Стоять на... Что это? Оно такое красивое. Игра окончена! Попробуй в следующий раз быть более быстрым! Где я? Ау, никого. А? Загрузка, сброс. Интересно, что они делают? Мне нужно их потрогать? Уже вернулись? Хорошо поспали? Эй! Почему? Нет! Почему? Нет! Это монстр? Человек? Все в порядке. Я не причиню тебе вреда. Вот, возьми меня за руку. Ну же, все хорошо. Возьми меня за руку. Она назвала меня «моё дитя». Она провела меня через эти руины, держа меня за руку. А потом она сказала мне подождать и ушла. Было ощущение, словно за нами наблюдали. А когда мы посмотрели наверх, лучше бы мы просто продолжили идти. Потолок был покрыт пауками.